You'll take me blunderbuss when you pry it from my cold dead hands. Снайпер. Гордель Шарпей. Гордель Шарпей полностью соответствует своему имени и расе. Используя великолепно отточенные способности меткой стрельбы и свою верную винтовку, мушкет и жену не дам никому. Он методично расстреливает врагов издалека. Прицеливаясь в особо уязвимые места, он способен болезненно поранить противника, а через некоторое время ликвидировать единственным выстрелом. Его винтовка оборудована дополнительным стволом, стреляющим зарядом шрапнели на близкое расстояние, поражая врагов по площади. Оу, щит. На бару кидаю молнию. О, покажись это на вставочку. Кажись это на вставочку. Кажись это на вставочку. А я тут умру. Стой, фуриончик, братец. Не умрет. Умер, да ладно. На подходе кварт один. Господи. Он, я умер. Почекайте. Пятиминутка. Open wound на лицо сейчас. Хороший проказ, но недостаточно. Go axe. Братец. Хорошо. Прям. Ой, сагрил два. А, ну куда, SF, ну помоги ж ты ему. Рак. Просто, ну не могу не написать, друзья. Ну как можно было такое не видеть? Ой, кастуй давай. Чисто мусор. Ну как я и говорил, ребят. Мусор. SF, блин, гениальный SF. Всем привет, дорогие друзья. Что ж, сегодня у нас новый гайд. Сегодня гайд на снайпера. Чекайте, друзья, одна кнопочка. Душить будем по-страшному. Сегодня мы узнаем, как работает шрапнель, как у нас работает хедшот, как работает аим и что такое ассасинейт. Друзья, гайд получился очень интересным. Я его уже сделал, и я знаю, что будет у нас в игре. Поэтому, друзья, обязательно поставьте лайк и поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это шрапнель. Что ж, смотрите. Прокачали данную способность, хоткей у нас R, и вот такая вот у нас АОЕшка. АОЕшка составляет 450 единиц. Дальность применения этой способности 1800, то есть вы можете стоять вот здесь и закинуть вот туда. И что будет происходить, спросите вы? Посмотрите на оппонента, у него появился статус, и он вроде как немного подзамедлен, когда находится в этой АОЕшке, потом раз, выходит и уже побыстрее, и опять заходит, и он опять медленный. Очень простая способность, она позволяет замедлить оппонента и нанести немного урона. Но эта способность очень сильно урезана с 83-й карты, как видите, мы на 85-й, соответственно, наш герой не в мете, и шрапнель очень сильно урезана. Во-первых, у нас есть очень большая задержка перед тем, как шрапнель упадет, а именно 1,2 секунды, то есть, когда вы вот так вот делаете, раз, два, чуть ли не 2 секунды требуется до того момента, пока шрапнель не достигнет вот этой вот АОЕшечки. Ну и что ж, и по уровням прокачки тут у нас все просто. На первом уровне 15% замедления и 12 ДПС, на втором 20% замедления и 24 ДПС, на третьем 25% замедления и 36 ДПС, и на четвертом левеле 30% замедления и 48 ДПС, то есть damage per second. Что ж, длительность у нас у этой способности 10 секунд, и получается, что в течение 10 секунд оппонент будет у нас подвержен в этой АОЕшке замедлению и, конечно же, получать урон. Это все очень просто. И как видите, тут у нас есть еще чаржи, друзья. Один чарж вот такой вот на этой карте перезаряжается 55 секунд. Почти минуту один чарж, то есть одна шрапнель перезаряжается 55 секунд. При этом монокост одной такой шрапнели 50 маны. Все очень просто. Когда у вас есть вот эти вот отметочки, они сигнализируют о том, что уже способность есть. У нас имеется две шрапнели, мы можем их использовать. Они не стакаются, друзья. То есть, если вы думаете, чтобы вот так вот две выкинете и будет двойной ДПС и двойное замедление, нет, нет, к сожалению, нет. Они не накладываются друг на друга. Ну и КДшка очень большая, друзья. Как видите, вот только-только откатывается у нас первая шрапнель, которую я здесь вне теста кидал. И, конечно же, это очень плохо. Что нам нужно еще заметить, друзья? Шрапнель
не дает нам больше никакого вижена, как давала 83-й, и это очень-очень прискорбно. Ну и что ж, и самое интересное, то что это магический урон, и, к сожалению, он не работает на БКБшных. А хотелось бы, конечно же, раньше и Тавара он бил этот спел, его потом перерабатывали, но как бы вот так вот то, что имеем, друзья. В общем, запомнили, надеюсь, имеется у нас три чаржа таких, которые не стакаются, их можно в разные места раскидать. КДшится один чарж 55 секунд, монокост 50, чтобы кинуть один такой чарж первого спелла Нима России. Ну и что ж, и не забывайте про замедление и ДПС, которое мы будем получать с этой способности на оппонентов, друзья. Работает эта тема на всех крипов, на союзников не работает, чуть не сказал, что на союзников работает, на всех крипов, на лесных, можно фармить, очень хороший такой фарм спелл, ну и в принципе очень хорошо зонить оппонентов с лайнинга, друзья. Поехали на вторую способность. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это хедшот. Очень неудобный хоткей. Хоткей у нас О на прокачку данной способности, поэтому мы будем прокачивать его от руки. Ну, кому удобно на О прокачивать, те прокачивайте на О. Где, если вы не знаете, где находится О, это вот здесь вот на клавиатуре. То есть вот тут вот Интер, а вот тут вот О. То есть тянитесь как хотите. Ну и что ж, друзья, смотрите, что у нас улучшает данная способность. Это пассивка, как и третья способность. И что ж, она отключается у нас сильверейджами. Главное запомнить, что у нас тут нет уникальных модификаторов атаки. То есть нет у нас орб-эффектов. То есть второй спел это не орб-эффект, он сочетается со всеми способностями. Абсолютно, друзья. Ну и что ж, эта способность у нас наносит физический урон. Дополнительный физический урон при срабатывании шанса. Шанс срабатывания равен у нас 40%. И давайте посмотрим, что у нас вообще происходит, а потом пройдем по уровням прокачки. Просто атакуем оппонента. И на оппонента такое накладывается, видите, вот это замедление. Замедление написано вообще 100%, но вообще там 95 примерно, где-то 90 должно быть. И смотрите, постоянно кто-то срабатывает, и оппонент у нас замедлен. Очень крутая тема. Эта тема у нас частично работает через БКБ. Как она должна работать? Она проходит... Именно как? Проходит урон, который у нас по уровням прокачки, но не проходит замедление. Это очень годно. Очень годно. И что ж, смотрите... Ой, на вертолет случайно нажал. Что, смотрите, по уровням прокачки все просто. На первом уровне 15 дэмэджа, 40% шанса. Вообще на каждом левеле тут 40% шанса, что эта способность сработает, друзья. На втором уровне 40 урона, на третьем 65 урона, на четвертом 90 урона мы будем наносить дополнительно, когда будет эта способность срабатывать. Это у нас физический урон, то есть, соответственно, чем меньше армора у нашего оппонента, тем сильнее будет работать эта вторая способность. Ну и что ж, в принципе, тут все просто, я уже все рассказал. Просто пассивка, которая не орб-эффекты, можно закупать, что хотите, она очень-очень жестко солит, тоже подзамедляет. Но раньше было лучше, когда микростан был, да, друзья? Ну и, в принципе, все по этой способности. Поехали на третью. Очень тяжелая способность. Итак, друзья, ну и переходим мы, конечно же, уже к третьей способности. Третья способность — это у нас увеличение дальности атаки. И что я могу вам сказать? Сейчас мы посмотрим, смотрите. Дефолтное значение 550 единиц атаки, дальности атаки у нас на нашем герое. И что ж, при прокачке третьего спелла у нас рейндж будет увеличиваться, дальность, то есть атаки, смотрите, на 100, на 200, на 300 и на 400 дополнительного рейнджа. Это у нас является способность тоже пассивная, она отключается сильверухой. Ну и что ж, вот такая вот тема. Но и, блин, на самом деле бесит, я вам хочу один нюанс сказать по этой способности. Есть такой баг в игре в доте, я думаю, многие с ним сталкивались, когда вы отходите на большое расстояние и атакуете, у вас снайпер может вот так вот сделать, побежать и потом обратно бежать, то есть это баг доты и на самом деле бесячая тема, друзья. Я думаю, если кто-то будет играть на снайпере, когда-то заметит эту тему, не пугайтесь, потому что так и нужно, это механика. Ну и что ж, давайте прокачаем, хоткей у нас Е, хоткей Е, прокачали, смотрите, опа, 650 дистанция, опа, 750, опа, 850 и опа, 950 дальность атаки. Смотрите, как мы далеко атакуем. К слову, у Тавара 700 дальность атаки. И получается, мы можем просто стоять аккуратно и долбить Тавара, друзья. Вот такая вот у нас третья способность. Пассивненькая, друзья. Ну и в принципе, тут более рассказывать нечего, друзья. Поехали на некстовую способность. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это Assassinate. Что ж, Assassinate — очень простая способность, которая позволит нам на расстоянии подфармливать оппонентов, которые у нас уходят на лоу хп. Ну и что ж, давайте посмотрим, как работает эта способность. Хоткей у нас Т, мы ее уже прокачали. Нажимаем на оппонента, видели такой
дался кратковременно вижен, дается такой вот вижен, подсвечивает, и мы можем отменять ту способность. Время подготовки этой способности у нас 2 секунды. Смотрите, вот так вот раз, стоим, загорается такая меточка над оппонентом, и полетел туда патрон, который нанесет урон. Урон пропорционален уровню прокачки, и также дальность применения этой способности также пропорциональна. Давайте поговорим о ней. Смотрите, на первом уровне 320 урона и 2000 расстояния должна пролететь. Это патронная тема. На втором левеле 485 урона и 2500 рейнджа. И на третьем 650 урона и 3000 рейнджа летит у нас этот патрон. Плюс колдаун у нас 20, 15 и 10. И монокосты у нас такие. 175, 275 и 375 маны требуется, чтобы заюзать эту способность. Вообще, эта способность очень прикольная. Эта способность у нас не работает на БКБ, потому что это у нас магический урон. То есть, прикиньте, если бы 650 чистого урона, это вообще жесть. Вообще имба спелл был бы. Но нужно спуститься на землю, друзья. Итак, смотрите. Данная способность у нас дает True Sight. Что значит True Sight, друзья? Это значит, что вы, когда кастуете ультимейт, то есть, когда вот такая вот меточка на оппоненте есть, вы кастуете ультимейт, и данный персонаж, если зайдет в инвиз, вы будете его видеть. Причем не только вы будете его видеть, но еще и союзники, которые будут рядом, и крипы, они смогут спокойно, там не направить, там это такой баг, можно сказать. Я показывал уже эту тему в фишках. Можно сказать баг, но не баг. И что ж, давайте я вам покажу эту тему. Смотрите, кастуем, он заходит в смока, и как видели, полетел туда патронус. И заходит, и у нас тут дэмэдж есть. Это первый момент. Причем, вы видели хитпоинты, просто было видно. Будет видно героя вот именно вот так. Вы не сможете на нее направить, но если будете вот так вот на А идти атаковать, то вы сможете атаковать этого персонажа, который якобы невидимый. Так что не удивляйтесь, есть такая фишка, я ее уже миллион раз показывал в фишках. Рубрика «Фишки» у меня была, она в принципе и есть, и копятся фишки, потом мы сделаем еще видосик. Так что не переживайте. Ну и что ж, и теперь протестим это с лотаром. Смотрите, заходит чел в лотар, и тоже хп так видно и летит. И все, контроль я теряю, как только персонаж у нас получает патрон, то есть вижу, он уже пропадает, и соответственно, вот такая тема, друзья. Это у нас вообще прикольный спелл, реально, друзья, он, ну, блин, он кайфовый. Блокируется у нас линкой эта способность, так как это у нас таргетная способность, и, соответственно, вот так вот даст вижен, меточка появится, полетит туда патрон, в линку залетает, дает True Sight вот этот временный, и все, больше ничего не происходит, то есть урон не наносится, все остальные фишки у нас идут. Очень классная тема, то что можно легко закайтить этот ультимейт спокойно мантой, там, юлом, даггером, вообще пофиг. То есть очень легко кайтиться. Но и как бы на этом, друзья, все по данной способности. В инвиз залетает, на БКБшних не работает, дает небольшой True Sight вот этот. Много урона и дальность применения просто отличнейшая, друзья. С помощью этого спелла можно хорошо вырезать оппонента вдруг, если он убегает на лоу хп. Ну и в принципе все, друзья, по теории. Я думаю, самое время перейти у нас для практики. Я вам подготовил несколько интересных игр, очень потненьких, и несколько билдов. И, конечно же, фановый билд, друзья. Вы, наверное, по картиночке уже поняли. Поэтому, братцы, пожелаю всем приятного просмотра. Спасибо, что смотрите меня. Спасибо, что подписываетесь. Всем удачи и хорошего настроения. Постараюсь сейчас как бы как можно круче вам гайдецкий вот этот замутить, друзья. Поехали. Гав-гав-гав-гав-гав. Шарик злится. Итак, друзья, что ж, загрузились мы. Первая каточка у нас на снайпере. Что такое снайпер у нас? Снайпер... Извиняюсь, снайпер — это очень ватная и неметовая тема на этой карте, поэтому мы будем постараться... Делать его метовым. Чего он у нас боится? Он у нас очень сильно боится бар, боится всяких там клокверков, которые будут нас хукшотать. Ну и вообще боится жестких каких-то прокастов, потому что снайпер сам по себе очень-очень хлипенький. Но мы постараемся сделать тут все как надо и все как нужно. Лич Кинг. Лич Кунг. Он мид идет, пусть идет. Малис. Марк Антоний. Никнейм пацана. В общем, чё? А чё?
А чё, ничего, говорит, а чё? Ладно, как хочешь, потом в гайдин увидишь, наверное. Что это я? Вот фантомка будет наш контрпик. Вот этого пацана нет. Все в эс-леге. Вот этот герой будет очень сильно солить нам. Очень сильно. Странно, Лич Кинг вроде тот Лич Кинг в чате, который у нас постоянно парень нормальный. Видимо, не он. Видимо, не он. Ну что, друзья, что качать на первом левеле, конечно же, тут спорная немного тема. Если вас в большинстве, в принципе, замедление 15-процентное, оно такое на самом деле. Я иногда беру второй, чтобы легче было подласхитить в начале. Но и шрапнель, она такая на самом деле юслесная на первом. Она вообще, в принципе, тут очень сильно убита, эта шрапнель. Ну, руну я соло тут забирать не буду, против Оскара хп просаживать не хочу. Так что вот так. Я качаю второй, чтобы легче было. Думаю, будет легче ластхитить. Главное, не забывайте, дефолтный крипстат, 53 крипа. И все хорошо. Все будет хорошо. Шаман на миду, это в принципе нормально. Люди далекие слишком не понимают, что такое шаман на миду. Главное, хорошо прокрипстатить, и все будет по качеству. Ля, у меня язык заплетается, короче, сорян, ребят. Ну так надо. Главное перекайсить его. Цена этого на шамане. Хорошо. Оп, отлично. Второй, третий левел, качаем шрапнель. Для того, чтобы оппонента мы могли зонить. Мы будем отзонивать его. У нас все будет хорошо. Всех мобов убил. Этого крипа надо добить. Хорошо. Так ты тоже можешь быть чемпионом. Подписывайся на канал и смотри гайды. Хорошо. Берем третий. Оп. Третий левел взяли и шрапнель может закинуть. Хорошо. Опа, фит-конторка пошла. Оп, отлично. Печалька, слишком близко я подошел, нельзя так. Ребят, на четвертом левеле мы качнем третий. Чуть больше дистанция нам нужна для атак. Чуть больше дистанция должна быть у нас. И будет все хорошо. Ой, кто куру реюзнул? Кто-то куру реюзнул у меня. Крипчиков не хочу, аптавр суицидить. Нам нужен крипстат чистый, друзья. Поэтому вот так вот сделаем. Похапаем немножко. И все. Оп. Оп. И вот так вот сделаем. Дистанцию берем. Оп, отлично. Хорошо. Сейчас линию немного двинем, да? Эх, паза next там, ребят. Паза это хорошо на этой карте. Оп, отлично. Печалька. Ну, бара заберет. Я не заберу. Я не заберу. Бара заберет. Знаете, почему я не заберу? Потому что крипы зажали. Бара заберет, по идее, да? Хорош. И экспу дали достаточно. Главное крип статить. И все будет гуд. Крип статим, кейсим. Хотите, как хотите, называйте это, друзья. Через что мы будем тут играть? Скорее всего, дефолт. Первая катка будет у нас дефолт через Madness.
Маднес собрали, побежали. С помощью Маднеса можно будет нам спокойно выфармить эншентов. И будет все хорошо, ребят. Все будет хорошо. Ох ты, Криса. Хорошо. Пазы пришли уже. Бро, шрапнели нету. Оба, хорошо. Не добивай моих крипов, брат. Мне нужен фарм. Хорошо, бара помогает. Когда вот так вот нам бара еще помогает, вообще по кайфу стоять. Ну, я думаю, вы все, в принципе, знаете, как по кайфу стоять. Но снайпер такой герой, который в миде даже Хускара, в принципе, может убивать. Так что, друзья, будьте бдительны. Душите. Че next там возьмем? Можно взять стик, можно взять аквил. Если мы возьмем аквил, у нас будет 45 урона с руки. Это позволит вам улучшить ваш крипстат. Намного лучше будете добивать крипчиков. И самое прикольное, это то, что на миду надо добивать крипов. И очень хорошо добивать. Если у вас против вас стоит хороший мидер, то 53 крипа вы обязаны сделать. Это очень хороший крипстат будет. Если ВС мидер, как сейчас примерно, мы его гангаем, он стоит автоатачит, такой вот, ну, слабоватый, можно сказать, игрок, то можно сделать и 70 крипов. Так что, друзья, все зависит от того, насколько вы заряжены на драку, так сказать, и делайте вещи. Делайте вещи, друзья. Берем ТП-шку, хилку дополнительную, друзья. ТП-шка зачем? ТП-шка для того, в случае, если сейчас ребята будут закатываться там нанизу, по-страшному дайвить под товара, то мы можем сделать ТП-шку и помочь нашему союзнику. Это очень-очень нужная тема. Хорошо, гоу. Бам. Хорошо. Не скупитесь иногда ультимейт давать. Если вам это 100% даст фраг, лучше не скупитесь, друзья, чтобы не, ну, не выгадывать вот это. Стычки добьешь, не добьешь, потом еще кто-то подроумит. И вообще жопа будет. Так что, друзья, смело, если что, в такой ситуации ультуйте, проверяйте хитпоинт и душите. 2-0 пока что стоим на миду, но нам мид облизывает очень страшно. На самом деле это по-другому никак не назвать. Топ у нас вроде норм. Топ у нас вроде норм. Хорошо. Вниз надо будет сходить. Да, там ребята погнали, да? Справятся они. Да, не добил. Промах вылетел. Дистанцию возьмем, друзья. Дистанцию. Масочку берем, хил. И вардика обновляем себе. У нас тут его не было, но мы сейчас его поставим. Ребята продолжают драться там, посмотрите. Ускара. Там еще, кстати, этот, Курион. Курион. Надо быть бдительными, он может прилететь и корнями нас заблочить. Оп, хорошо. Аквилу давайте выключим, не будем пушить, будем крипстатить тупо. Но 70 крипов должны тут сделать в этой игре. В начальной стадии на 10 минуте 70 крипов, это хорошо будет. Снайперам поначалу тяжело добивать, но потом становится легче, когда вы прикупаете фейзы, всякую прочую другую тему. Умрет. Все, залетает у нас туда. Криса, не стиль, да? Бедный шаман. Давайте включаем аквилу, потому что сейчас к тавру будем подходить. Самое время немножко попушить. Берем Маднес. Маднес. Хорошо. Кто там на речке? Ой, Мартредка. Ну, в принципе, Мартредку нам тоже бояться не имеет смысла, потому что, ну, если что, шрапнель под себя, ультимейт сразу же, не бойтесь. Не тычкуйтесь с ней, попробуйте сразу ее испугать тем, что у вас просто вы... Берете под себя шрапнель, кидаете. Нажимаете пару кнопочек. О,
Оп, дистанцию. Хорошо. Еще одно шрапнель закидом. Это наш клиент. На жестком перефарме задушим. Ладно, не будем бегать. Ультуем просто. Хорошо. Хорошо. 65 крипов, 9 минута. Это очень хороший крипстат. Очень хороший крипстат. Ребята у нас топ несут. Но мы аккуратненько, нам надо вот здесь вот. Через что будем играть? Будем играть через дагер, друзья. МП. Да, МП тоже. Ладно. Оу, туск. Нет, отходим. 65 крипов есть. Погнали на мид. На мид. 70 крипов. Оу, щит. Но мы сейчас расстреляем тут их. Давайте туска расстрелять. Оу, щит. Я умру. Умру. Но должны тут что-то, ребята, сделать. Огур, давай, закидываем фаербласты. Ля, вот это мы сфидели, да, тут жестко. Надо было уйти тупо в наглую. А Фуриону дай ты. Фурион задушил. Нужен дагер, ребят, срочно. Там очень большой доступ к моему персонажу будет. Жесть просто. Очень большой доступ. Ну, 65 крипов, ребят, сделали. 4-1. КДА немного сфидели сейчас. Но что поделать? Дагер нужен срочно. Срочнейший дагер нужен, друзья. Просто-просто срочно-срочно надо. Сейчас на мид ТП. Фармим. Фармим. Дагерок. И веншентов сейчас бежим. Веншентов бежим, чтобы подстакать. И будем фармить. А next level берем. На 10 левеле возьмем второй. Второй спел. Хедшот, чтобы быстро. Ой-ой-ой. Больно будет. Давай-давай-давай. Хорошо. Но это, так сказать, такая ситуация у нас произошла. Опа, берем второй. Туск меня не убивает с прокаста, это очень радует. Хорошо, взорвали просто. Найс, отлично. 2к имеем. У Тускара, походу, дагер. Я не видел его слоты. Не забывайте, друзья, прочекивать слоты. Не ошибайтесь, как я ошибаюсь. Я не прочекал слоты, не знаю, что там у него у Тускара. Возможно, что-то серьезное. Можно что-то серьезное. Дагерок. Но как видите, за счет того, что у меня много армора, не убивает меня. Просто не убивает. 36% смягчения. Спанч он мне вообще почти ничего не нанес. А вообще у меня левел очень большой. 11. Фармим. Фармим, фармим, фармим. Хорошо. Попробуем отвести еще. Отлично. Что за руна? Дабл дэмэдж. Неплохо. Неплохо. Не заберем. Дагер надо и ТПшечку. Все есть. Или тут вард, по-моему, был у оппонента. Вард был или наш. Он такой, как будто красным подсвечивался. Let's go, окей. Только надо, чтобы ты подтанчил. Должны забрать. Ну, в теории, вот так вот должны забрать. Толпой. Если не будет давать клейпать Рошану, будет хорошо. Норм. Нету, не ври. Через что далее будем играть? А, у него глиммер, вон, 9 левел глиммер. Хорошо, забираем в наглую Аегу, потому что Лина хотела брать. Зачем ей? Непонятно. Немножко непонятно, зачем ей. Лина хотела забрать. Он ей вообще, ну, не нужен, этот Аегис.
Так, что у нас там есть по оппоненту? Вообще тут МКБ нужен будет. Го. Браться. Ребятки. Куда угодно можем. Тускара. Можем Тускара, можем еще любого. Кого угодно. Мартретку. Опа. Души. Хорошо. Толпой задушили. Дагер есть, можно поесть. Бояться нечего, в принципе, сейчас. Можем просто вот так с командой собираться и душить товара. Ой, зачем ты на Юлу поднял? Ну ладно, если простанешь, будет хорошо. Ультанул в нее просто. Хорошо. Там по низу кто-то. По-моему, этот. Шаман. А, не, Фурион. Нормально задефил. Ребята, Т2 сломают. ХГ, наверное, рано еще идти. 14-я минута, какой ХГ, надо стороны ломать. Так вот аккуратненько. Второй берем. Нам дистанции хватает полностью. У нас есть дагер даже. Поэтому сейчас немного побольнее будем бить. Берем второй. Берем второй. Next можно сделать молнию, если у вас хорошо все с золотишкой. Так, 18-я минута. Аеги скончается. 18-я минута, 11-я секунда. Тоже тайминги иногда запоминайте, друзья. И будет у вас все хорошо. Зачем мне прогуливать Аегу? Нормально все. Погнали. Зачем мне Аегу прогуливать? Хорошо. Оппонентов вообще не чувствуем. Они в пятером не собрались еще ни разу. Кура, правда, пушит. 2700 имеем. Гоу, молнию. Друзья, с молнией будет по-прикольному тоже. У, сбили дагер. Души его. Я чисто на отхилах, я не знаю. О, щит. Это плохо. Хорошо. Хорошо. Отлично. Мартретка? Отлично. Неплохо. Я такой слышу, хущу, такой, черт, тут мартретка где-то. Поэтому я всегда в доте звуки чуть погромче делаю. Даже вот так вот можно сделать. Нормально, нормально. Можно отойти. Хорошо. Змеек теперь душим. О, Марита. А вот тут проблемки у меня сейчас будут. Вот так вот кастуем. Хорошо. Поддержка. Поддержка. Можно скади некстом сделать, друзья. Скади будет круто. По шапке вот этому два раза даем. Потому что он бафает себя, останавливается. И поехало. По шапке даем. Хорошо. Отлично. Там Тускар на топе, да? Нужно как-то еще Хускара пробивать нам будет. Поэтому, ну, скади сейчас сделаем. Бля, тут фарм. Дабл стак. Зафармим. Ребятки там дерутся. Я фармлю. Молния вообще классный артефакт. Помогает фармить быстро. Быстрее просто. Шрапнелями, ребятки, старайтесь не раскидываться. Вот одна шрапнель есть. Желательно не кидайте просто так в крипов. Подфармливайте аккуратно. И все. И все. Скади будем делать.
Го, вместо аквилы купим орбу. Саппорты у нас отыгрывают отлично, поэтому можно купить орбу, сразу выходить в скаде. А можно в урон просто выходить. Можно в урон. Просто тупо в урон выходить. Но тут катка, видите, мне не дадут дамажить. Бля, тут даблстаки везде. Это не Фурион ли стакает? Походу Хурион. Хурион. Хурион стакает, походу. Сейчас мы скади быстро поднимем. Скади быстро поднимается. Скади — это такой компонентно-составной артефакт, который через... ну, то есть это не как Радиенс, надо сакры долго долбить, копить, копить. А скади, оно покупается легко. 200, там 1200 и 275 ГГ у вас уже есть скади. Очень простой артефакт для того, чтобы быстро его купить. Сейчас будет скади, и пойдем со скади уже душить скади, МКБ. Можно будет заменить на сатаник вот эту тему и еще что-нибудь сделать, молнию апнуть. А ребята там драться пошли, да? Ребятки, драться пошли. Опа, шаман там, сеточка. Все дела. Там еще тролль сетку ставит. Гоу, побежали. ГГ, смотрите, нашим там дают люлей. Ля кебаб дают понюхать. Стой, Фуриончик, братец. Не умрет. Умер, да ладно. Но это почти на вставочку. Хорошо. Почти на вставочку. Я не думал, что его убьет. Не думал. Там не столько много дэмэджа наносится. Гоу, скади есть. Отлично. Скади есть. Хорошо, скади имеем. Дальше МКБ делаем. МКБ сюда запихиваем. ХП много, дэмэджа много. Скорость атаки хорошая. Молнию доделываем вообще. Муншар докупаем, и у нас уникальный персонаж, который душит. И все. Вот и весь герой. Манту можно иногда делать, друзья. То есть, если бы тут не нужно было МКБ, можно было манку. Манту бы сделать. Манта помогает также и вейдить, кайтить. Но манту можно желательно делать с лотаром, чтобы, если что, даст и снимать, и заходить в лотар. Иногда снайперу собирают сию. Вот этого я немного не понимаю. Лучше тогда собрать манту плюс лотар. Ведь лотар можно апнуть сильверуху. Это рили будет круче. Но лично я так считаю. У каждого свое мнение, друзья. На самом-то деле. Так что вот так вот. Но у нас пока идет очень ровный геймплей. Надеюсь, ребята еще откомбэчат. На миду там драка, туса. Знал же. Так, аккуратнее, Фуриончик. Ну, Фурион, кстати, аккуратничает тоже. Но я на хосте тут это зарешал. Надо отойти. А я весь лес с молнией выфармливаю очень быстро. Кто там на Легу напали, да? Я помогу. Хорошо. Просто пользуемся дистанцией, друзья. Душим. Можно МКБ сейчас просто сделать. Хорошо. Сейчас, наверное, и будем МКБ делать. Будет круто. Да, мартретки не будет, можно крит делать. Хорошо. Отлично. Друзья, спасибо, что подписываетесь на канал. Спасибо, что ставите лайк
на гайды. Это помогает продвинуть эти гайды немного вперед, чтобы ребятки видели какой-то геймплей, нафиг. Видели какой-то своеобразный геймплей, правильный геймплей где-то, может, мои ошибки, чтобы подсмотрели, чтобы не допускать такие ошибки. Ну и как-то вот так вот и делаем, друзья. Спасибо всем. Так сказать, немножко порекламились. Не забывайте, что на канале очень много контента различного. Там фишки, гайды, всякий фановый контент. Рили очень много всяких видосов. Поэтому, друзья, милости прошу для того, чтобы вы посмотрели данный контент. Спасибо, друзья. Бара на топ побежал, да? Кто быстрее, я или Бара? Я тоже быстрый сейчас. Бара-то по-любому быстрее, но... Я тоже не пальцем делаю. Бара с Маднесом, тоже такой же. Фермер, как и я. Маднес можно будет в сатаник просто забрать. И тогда я буду просто машиной такой, знаете, машиной фермы. Машинная ферма. Хорошо. Можно МКБ, пожалуйста. Все МКБ есть тоже. МКБ есть, куру на базу. Хорошо. Даже походу молнию не добавлю. Отлично. Ребята фидить пошли там, да? Но их, наверное, убьют сейчас там. Артретки там. О, Башер. Ой, Башер. Ну, вы поняли. Так, делаем. Ой, ГГ, походу, леги, да? ГГ, задушили. Вот так вот на расстоянии. Пау. Чпоньк. Побежали. Ох ты, Криса. Это еще без МКБ. Еще без МКБ. Че, мид ломаем тогда? Коука станем просто. Но! Потянули. Пацанам. Да, у меня билд какой страшный. Тэшку душу. Не хочу я солотом стать, сейчас уже резнуться. Все, они как кролики резаются. Быстро зафармим, сейчас еще сделаем молнии. Let's go. Так вот, покупаем молнию, делаем еще. До кучи. Сатаник бы еще, да? Вместо Маднеса. Уф. Только бы демейджи было. Тревел можно будет купить сейчас. О, на топ. Без сапога. Ля, не дают, да? Магас отправить. Бара Кирас там принес. Я шрапнель, в принципе, даже вообще ее стараюсь не кидать, потому что, блин, ну такое. Шрапнель она долго кдшится. Так, гол сапог купим, что ли, для... Просто для понятия, что нам нужно быстрее бегать. Сапог сейчас в тревел и ГГ. Сапог в тревел. Погнали по топу. Сейчас, наверное, задушим несколько оппонентов. На мид идем. Там Лего с ДДшкой. Опа, я еще быстрее стал бить. Такой универсальный билд у нас получился. Антимартретка называется. Бля, там Бара бычит как. Ставь змей, бро. Ты шо? Погнали, поможем ребятам. Оу, щит, что-то я в упор подошел сильно.
Хорошо. А можно тревел купить? Спасибо. Я так не тороплюсь на самом деле тут заканчивать, потому что хочется поиграть доту. Мы ж поиграть зашли. Стана даешь? Жесть, вот это я нарезал там их. Я ушел, пацаны. Давайте. Можно сатаник сейчас сделать и муншарт. Сатаник и муншарт. Сатаник и муншарт. Сатаник и муншарт. О, понимаю. Понимаю. Если я сейчас сделаю сатаник еще до кучи, то я вообще буду жесть какой машиной. Вообще жесть. Если завардить еще, вообще будет круто. Так, почти 25-й. Радует. Давайте сатаник, наверное, сделаем. Вообще лучше сначала муншард бафнуть, а потом делать сатаник, чтобы атак спид у нас был вровень. Вровень выпирал, так сказать. Барри, по-моему, сейчас лицо ломать будет. Эй, ля, ты что делаешь? Гиги. Задушено. Это просто total domination. Друзья, вот такая у нас первая катка. Жесткая прям. На самом деле, рили очень жесткая игра. Не выдержала у нас портретка. Погнали в магаз, чем он шар сейчас купил. Да жесть. Сатаник на Madness, если что, меняем и все. И CGG. Раз. Два. Все, есть. Хорошо. Муншарды имеем также. Гос муншардом, посмотрим, какая скорость атаки будет. Это чистая эстетика. Это катка. Чистая эстетика. Есть, хорошо. Вообще скорость атаки просто дикая. Ломауте. Так страшно, вы сейчас убьете снупера. Та-та-та. Нормально. 2300 хп. Но сколько урона. Вы посмотрите на этот билд. Это жестко. Можно будет, наверное, через рапиру еще сыграть. Можно будет сыграть через дезоль. Но я не знаю, тут на самом деле... вот, ну, давайте оставим такой один билд. И тут будет еще один билд. Будет еще один билд. И сделаем один фановый, друзья. Три катки будет на снайпере для того, чтобы вам... порадоваться. Запатроню его. Ага. Убил. Патронус. Экспектум. Инспектрум. Погнали под колодец. Сейчас задушим их. Под колодцем. Нарезаем. Опа. Давайте, знаете, что сделаем? Вот так вот. Хорошо. Оп. Где-то тускар бегает. ХЗ. Нормально. Душим прям, это жесткий овнач. Жалко, до колодца не достает тут герой. Это, ну, 83-й карте это можно делать. 85-й это нельзя делать. Хорошо. Жестко. Вещенный снайпер. Это еще прикол в том, что этот герой тут не в мете. Если что.
Герой тут не умеете. Вот такая вот у нас, друзья, первая катка вышла. Надеюсь, некстовая катка будет более интересная. Ну и что ж, погнали смотреть некстов. Пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. Ну что, друзья, загрузилась она катка. У нас катка. Сейчас мы пойдем на какую-нибудь изи-линию, наверное, или на хард-линию. Посмотрим, покажу вам, как можно стоять на боковых. Но на боковых вообще, если честно, герой не приспособлен на боковых стоять. Потому что это ГГ. Потому что это ГГ. И через что мы тут будем играть? Через что? Через дизоль попробуем. Да, попробуем через дизоль. Говорят, это круто. Но сейчас посмотрим. Но единственное, с дизолем, конечно, не так будет все. Легко фармится у нас. Закупаемся так же, как бичи. Аксик лес. Аксик, во, лес. Я топ пойду. Хорошо. Всем удачи. Посмотрим, как у нас тут будет идти. Если инвокер оверскиллованный там будет, то будет очень тяжело. Будет очень будет тяжело. Потому что инвокер тяжело влейте. Могу. Изи. Я пою, играю на гитаре, подтягиваюсь. И в Ютубе веду блог. Блог. Вот так, наверное, будет. А, так это норм. Имеется. Это норм, это имеется. Лайфстиллера взяли. Ну, посмотрим, как с дизолем будем нарубать. Но дизоль, если честно, такой себе артефакт, друзья, я даже не знаю. У меня такие сомнения насчет дизоля. Жесткие. Таким артефактом можно тупо, знаете, в минус армор выйти. Дизоль, там, допустим, кираса. И вот такими артефактами играть. Через Тараску. Дизоль, кираса, Тараска. Допустим, дайгер. Или через Лотар Сейдж тогда попробовать. Давайте попробуем вообще через другой бьет. Через Лотар Сейдж. Поехали. Будем через Лотар Сейдж играть и... Вивер. Поерия. Нормально, нормально. Через минус армор, Лотар Сейдж, Тараску. Вот так вот пойдем. И через ПТ, наверное. То есть будем просто таким мешком ходячим. Жестким мешком ходячим. Блин, не будет хватать мобильности. Я так привык мобильностью пользоваться нашего героя. Будет не очень. Пусть Акс берет, он идет лес. Хоть какие-то бусты ему будут. Мусор. Не трогайте, вот Олив сразу. Походу, если Цефа несколько раз убьют, он ливнет, ребят. Блин, на самом деле, на боковых линиях очень тяжело будет, если у меня тут будет вивер. Если будет вивер, очень тяжело будет, друзья. Но изи мы руны, кстати, забрали. Титка пропускаем вперед, будем по таврам стоять. Не, фаерия это нормально. Фаерия это нормально. Ну, хорошо. Сразу наказываем крипов. Чтоб фаерия сильно не быковала. Пойдет. Пойдет. Не пойдет. Эх, далековато я отошел. Но пойдет все равно. Крип зарегенился, добить не сможет теперь. Фаерия. Хорошо, первый крип есть. Надо пушить, друзья, иначе сейчас под тауэром будем. О, да все, тут вивер пришел. Фарм кончился. Фарм кончился, вивер пришел. Давай, давай, давай. Оба, добили. На экспириенсе будем туда, получается. Оба, да хорошо, в принципе, одного крипа только пропустил. Это очень хорошо. Опа. Last hit him, ребятки. Двух крипов пропустил. Ой-ой-ой, смотри, что делает. Экспириенс забирает. На, Акси, парень. Плохо делает. Плохо делает, парень, на Акси. О. Хорошо. Пойдет. Шрапнель берем, берем сапог. Акс мне, если честно, сейчас немного подруинил. Но ничего страшного, не будем на него гневиться. Гнев отца. Это у нас, так сказать, будет помощь нашему герою союзному.
Пусть парень тоже поэкспится. У меня тут экспы хватит. Мне главное тут не сфидить. Главное тут не сфидить. Главное не сфидить. Хорошо. Давайте шрапнель закинем первую. Первый шрапнель. Эх, не добил. Рак, Юи. Оба. Оба. Давай, давай, давай. Хорошо, добили. Все, есть у нас третий. Акс, смотрите, что делает. Ля, нанизу, смотрите, что делается. Ребята. Ой, Акс, куда бежит? Ну не убьешь же. Крипочек чисто на Аксе. Акс, фарми. Лес. Надо, чтобы Акс тупо фармил. Не понимаю, зачем он бегает. Фарми, братец. У нас фрифарм тут в лесу. Фрифарм в лесу. Нормально. Пак стики взял. Сапожок у него есть. Но если сейчас вивер придет, я умираю тут. 100%. Надо аккуратно. Аккуратно. Но пак мне и так соло, в принципе, может сдернуть. Вообще, пак в теории должен выигрывать на миду. А если мид против мид, снайпер против пака, по идее, пак должен душить. Пак должен душить. Страшно мне тут стоять, потому что вивера боюсь очень сильно. Отходим, главное не получить орбу. Все, орбу не получили мы. Все, найс, потычковали. Хорошо, линию надо на себя вытянуть, ребят. Отлично. Стечок бы. Куры нету, да, ребятки? Куры нету, это плохо. Нормально. Это наш клиент. Потма не страшно. Стик нажал. Ой-ой-ой, хорош, как подловил. Хорош. Акси, молодец, парень. Вот и фарми стоит, че паришься, братец. Правда, у меня фарм забирает, но ничего страшного. Мы поделимся. Где там курочки? Курочки-то нету, друзья. Ну-ка купим. Нам не сложно. Нам не сложно. Че, взяли стик? На боковой линии. Давайте возьмем аквилу. Хилочку обязательно. У нас расходник это основной. ТПшка есть, если вдруг кто-то где-то будет бычить, мы обязательно поможем, друзья. Четвертый левел пэтмы. Мы, кстати, сейчас если принесем себе расходники, мы сможем задушить. Сможем задушить, друзья. О, вы видели? Акс убили как. Инвокер с мобхаком. Лол. Вокер, походу, с мобхаком, братцы. Походу, инвокер с мобхаком. Братья. Хотя, не знаю, там же орба была. Ой, ару какая, я умер тут. Шестой есть? Нету. А еще могу убежать, по-моему. Не могу. Ару вообще, ладно, с боков, ну, типа, с это, ну, отсюда прям ару такая. Ну, не ожидал я. Ну, если честно, я всегда ару все ловлю. Это, ну, как бы про меня. Если я ару не поймал, это не я. Плюс инвокер сейчас бы, наверное, со страйком подал. Слишком долго ару. Ну, печально, печально. Хорошо поймал я. Классика жанра. Шестой левел у пака сейчас будет сложновато немного. Ничего, вытерпим. Поехали. Поехали. Атма опять будет закидывать. У меня всего, блин, 800 хп даже нету. Печалька, не добил. Сильно не будем пушить. Будем тут стоять. По одному крипчику вот так будем добивать и все. На боковых линиях, конечно, совсем другой фарм идет.
если можно сказать, что он идет вообще, в принципе, куда-то. 31 крип. Как на миду было, 70 крипов. А тут всего 31. Очень большая разница. Я линию сейчас этой шрапнелью запушу. Хорошо, Юсеф пришел в ганг, походу, да? Ну, какой тут ганг? Тут на самом деле не будет ганга. Давайте что сделаем? ПТ-шку, наверное, да? Го ПТ-шку на ХП-шку. Сеф пришел фарма забрать. Понимаю. Спасибо, товарищ Сеф. ПТ-шку сделаем. Совсем другой билд будет. Жир немножко. Второй, наверное, возьмем сейчас. Хотя третий лучше давайте возьмем, чтобы дистанция была. Чтобы сильно к паку не подходить. Пак серьезный чувачок у нас. Тут инвокер еще с прокастами будет. Вивер. Давайте ПТ-шка тут пригодится все равно. ПТ-шка пригодится. Хорошо. ПТ-шка пригодится. Хорошо. Парни справятся. Сол ринг на паке, это круто. Эх. Хорошо. Инвокера сейчас на страйке будет давать. Нормально. Отлично. Ну, перебороли. Кстати, вот сейчас Белт решил, на самом деле. Я мог умереть от пака. Вот так вот сделаем, друзья. Белт решил. КП побольше. И выжил я чисто на хитпоинтах. Нормально, левел апнули, все апнули, пака убили. Все круто. Все круто. Найк с Медасиусом. Го на мид попробуем выйти. Сейчас на open wound кидает, и Сеф умирает. Закинул. Ля-ля-ля. Но не дерется, не дерется. Найкс не дерется. Печалька. Я думал, Найкс немного подбычит на крипа. А, увидели вот снайпер? Тык-тык вот так мансанул. Вот этот баг, который я вам говорил. Неприятно. Так, сделаем на подходе кварт один. О, господи. Он, я умер. Почекайте. Пятиминутка. Open wound на лицо сейчас. Уф. Хороший прокаст, но недостаточно. Go Axe. Братец. Хорошо. Станцию. Ой-ой-ой. Куда побежишь? Хорошо. Опа, шрапнель побежал. Вот так вот. Ля. Неплохо, неплохо сейчас произошло. Произошел вайп. Командный. Нормально. Правда, ультимейт я в рейдж дал. Но думал, быстрее кастанется. Что, пол лотара есть, да? Дистанцию не будем брать. Второй давайте. Второй возьмем. Пирс, тайтем, лотар, ПТ-шечка. Кто на базу? Есть у тебя койл? Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Инвокер, не надо. Ни души. ПТ на силу, 350. Все, найс. Койла нет у него, наверное. Если был бы койл, я бы весь его был. Берем. Ману. Поехали, хпшку. Пойдет. Кто там мутится? Найкса замутили там что-то. Найкс и кого еще бы бибить? Вот этот. Потма против Найкса там. Тирак. Нет, Тирак. Можно будет сделать тут сильверуху. Но сейчас сделаем лотар и дезоль будем рашить, ребят. Дезоль, потом тараску, возможно. Тупо. Нафиг. На хп. Демеджа будет хватать через ПТ. Тараску надо будет сделать. Будет фаново.
И next твой фановый билд будет. Но это потная будет катка. В этом катке, в этом, вернее, билде будет проблема. Единственное, что у нас не будет достаточно количества регена с атаки. Но это, так сказать, старый билд. Забытый. Нет у меня ТПшки, к сожалению. На миду ребят поддержать, но надо купить. Купаем. Купаем. Там один пуш уже. Полумертвый. Полумертвый пуджик. Не сейчас. Я усплю уже. Сейчас будет 12 часов ночи звонить. Понимаю. Хорош, Акс там солирует. Акс солирует. Давно Лотар на снайпере, честно, не брал. Всегда даггер беру. Даггер это более такой профитный билд. Более серьезный билд. Лейт гейм билд. От Найкса тем более. Манта, даггер, маднес. И поехало. Просто уничтожаете. Тэшку походу надо идти. Да хватит, что за приставучести. Души тэшку, СФ. Урона много, ума не надо. Мой тавр. Мой таврок. Так, надо проблочить, чтоб не заблочил крипов. Все, найс. Проблочить пуджа, чтобы он не заблочил мне кэмп. 200 IQ. Нормально. Щутти кол, говорит. КП по чуть уменьшается, уменьшается. Аватара все нет и нет. Ну ничего, купим сейчас. Хорошо вроде. Отлично. Бля, СФ там шо доту делает и в таверну отправляется, да? Ай ты Криса на СФе. Хорошо. А, не достаю. Прикиньте. Не достаю. А теперь достаю. Оп. Мое. Братец. Попал. Ах ты, Криса. Хорошо. А, забрал. Хорош. Так, есть у меня вот такая штука. Берем хил, ману, друзья. Все будет окей. Юл у инвокера появляется. Ну что, next time дезоль. Дезоль, друзья. Next AV артефакт. Акс, молодец. Молодец, Акс. Соло забирает даже кого-то. Есть Лотар Сейдж. Можно паковать оппонентов. Правда, у меня 1000 хп всего. Ничего, нормальный. Нормальный хитпоинт. Сэф умрет сейчас. Просто 3 кнопки. Оп. Ласт хитик подлетел. Странно, что инвокер... А дастов-то нет. Оу, да ладно. Серьезно? Откуда? У кого сентри были? У пака сентри были. Лол, я вообще, если честно, думал, что тут тавр есть. Вот это фейл. Фейл. Ой, лол. Тримкойла поставил. Нормально. Моя ошибка, друзья. Моя ошибка. Хукай, кушай его там. Ля, когда хукаешь? Надо было вивера хукать. Ой. Печалька. Сфидели еще разок, друзья. Сейчас на топ пойдем фармить. Ну, вообще, под Аксом, если будем играть, то вообще пушка будет. Печалька, что я сфидел. Сейчас, ребят, смотрите, сколько фарма. Ай-яй-яй-яй. Минус один крип. Ну, минус вот эта вся пачка. Вот эти три крипа, это на ТПшку тупо. И лучше, наверное, на мид ТПхнуться, подраться. Прыгать Акс будет. Акса там ничего не это не поможет. Печалька, друзья. Якс, Акса.
Акс-акса. Душат меня что-то. Душат меня что-то. БКБ там. Дезоль. Ну, дезоль, в принципе, не за горами. Надо подфармить. Вообще лучше подраться. Тогда все быстрее фармится. Ля, какие ару. Что-то страшно. Вырубай. Дистанцию вкачаем. Что самое бредовое в этом билде, это то, что я не могу никого соло убивать. Вэп. В билде через маднес кидаешь замедление, просто уничтожаешь. Вот и все. Весь билд. Опа. Пак там. Штампнели лучше не раскидывать. О, ля, там драка. Я пошел. Ля. Там вард стоит. Там под мам он лайт нажала. Нет смысла. Да, СФ что делает? На что доту хочет? Закайтил, молодец. Закайтил. О, иншолкер. Зафармлено. Пак молодец, зашифтил там. Ушел куда-то. Я догадываюсь, конечно, где он может быть. Попроверим. Но уже поздновато, да? Ушел он уже 300 раз. Хорош, молодец, хорошо ушел, кстати. Но я ему с бэкстейба жесть сколько дэмэджа внес там. Найксон, смотрите, еще у них есть. Потная, ребят, потная и долгая игра будет. Но сейчас уже пол дезоля будет, уже мифрил один есть. Второй будет реально жестко душить. Потом напишите, какой билд вам лучше понравился. Но этот билд, видите, он еще почему такой медленный, потому что я не через мид. В миду, как правило, быстрее выфармливаешь. У нас СФ, видите. У нас СФ должен вот эти моменты решать. С быстрым выфармливанием. То есть он взял эту задачу на себя. Быстро выфармить и душить. Но я уступил мид, потому что мне нужно уступить мид. Хорошо. Пак, дагер там, посмотрите там. У него дагер там, ГОСТ. Молодец, Пак. Запаковывается нормально. Так, первый мифрил есть. 77 урона с руки. Пака чуть ли не сразу убью. Ичнич Пака. Помните? Оп, хорошо. Уф, я что-то перепугался. Они уже там все подумали, что попаду. 100% подарок. Он вивер даже дезоль сделал. Молодцом. Опасно, тут опасно. Вижена еще нету, нифига. Мне вообще нельзя подставляться. Я стою всегда в наглую, фармлю. Ребята должны подставляться. А СФ пусть подставляется. Пусть СФ подставляется. Говори, себе купим сразу. Ресипи сразу купим. Пусть пацаны душатся. Уф, задушил пацана. Да, орба. Я умер даблтычкой. Жесть. Мунлайт еще зажали. Но жесткая катка будет, друзья. С очень жестким геймплеем. Жестким. СФ, ну 3-5 у нас играет. Ну, печалька. В центре заходят ГГ. Вернее, в центре. Не в центре, а в этот. В Moonlight. Нам нужны центрики. Такая себе каточка получается. Убивают. Не хватает. Мне не хватает, ребятки, мобильности. Да герок был бы сразу. Отблинковался. Пошел. Ля, СФ что творит? Задрот на СФе. СФ задрот прям. Ой, сагрил. Два. А, ну куда, СФ? Ну помоги ж ты ему. Рак. Просто. Ну не могу не написать, друзья. Ну как можно было такое не увидеть? Ой, кастуй давай. 6. Смотри, что делает. СФ, блин, гениальный СФ. Уджик, бро. Можешь
варды ткнуть. Так, ну чуть-чуть остается нам. Да, Безоля. Безоля. Да, Безоля. Оп, хорошо. Хорошо. Оп, хорошо. Тавр пока рано добивать. Чуть-чуть остается до Безольчика. Чуть-чуть совсем. Этих пацанов зафармим. Пацанок, не знаю, пацанок, наверное. Пак на топе. Пак на топе. Давайте, наверное, закинем вот такую штуку. Хорошо, добил два крипа. Два крипа. Все, отлично. Один крип остается, рисковать я не буду. Не буду. Друзья, я ушел. Безоль есть. Возможно, БКБ надо будет тут еще. Посмотрим. Чисто мусор. Но как я и говорил, ребят. Мусор. Бан. Просто бан. Как я и говорил, друзья, что тут так и будет. СФ чуть поиграет или внет. Ну, видно. Ребят, никогда так не делайте. Если у вас плохое настроение, зайдите, ну, не знаю, блин, с ботами поиграйте. Ну, не так, чтобы другим ребятам портить игры. Он еще так себя поставил, типа, если я, типа, мид не пойду, я ливну. Типа, такое. Ну, так неправильно, друзья. Уважайте других игроков и играйте достойно. Достойно. Но мы попробуем без СФ все равно выиграть. СФ, запомните его никнейм, Мусур у него ник. Ну такой себе парень. Честно. Гомит. Ой, хорош, как поймал, я так далеко. Я сейчас так бэкстебну там на самом деле. Я могу так сильно бэкстебнуть, плюс задамажить. Оу, щит. Помогите, ребятки. Нормально. Опасно. Пак там еще живой. Мы сейчас можем умереть. Жестко просто. А можем с бэкстеба убить его почти. Сразу. Рискнуть? Или нет? Давайте рискнем. Иллюзия. Лол. А, так минус 5, лол. Вот это я дурачок. Но сейчас от хила не будет хватать, друзья. От Найкса еще будет что-нибудь сделать. Но я чисто такая артиллерия получается. Но нормально. Когда инвокер реснется? 19 секунд. Нормально. Давайте на низ ТП сделаем. Нормально так выфармим. Выфармим. Да хватит меня названивать, ты серьезно. Отлично. Хорошо. Отлично. Кона эншентов. Блин, Яша, давайте сделаем манту. Получается, что у нас? Манта, Кираса, Тараска, да? Манта, Кираса, Тараска. Ну, хз. Будет ли нам хватать? Манта, Кираса, Тараска. Да, можно, в принципе. Манту, Кирасу, Тараску. Прости. А пака как ловить будем? Может, хекс сделать? Это сталты. Даже не спрашивайте, кто мне названивает. Это жесть. Отхил бы какой-то. Блин, Тараску сразу начинает делать на отхил. Может, а ХП вечно не будет у меня в таком билде. И вард сюда подставить. Все, отходим. Кона базу.
от ХГ. Сентри там пак носит. Пуш не хочет ставить, у него худик, аквилка. Надо Яшку сделать. Быстрее бегать будем. Яшка. 100 золота. Найкс там с молнией. Но сейчас будем дефиться. А чё ты не кушаешь его? Надо было кушать сразу. Хотя Арл бы, скорее всего, поймал, и Найкс бы в него грызся. Но я бы Найкс задушил. Несложно это. Найкс я бы задушил. Кого еще шрапнельку кинем? Не подставляться. Хорошо. Опасно. Блин, играл бы через Мармаса, уже бы выигрывал, реально. Такой билд старый, тяжелый. Если бы попал. Ну, за Юльса. Профессионал ты наш. Нарезай. Жесть. Вот это я нарезал их. Почти инвокера еще убили. Найс. О, найс. Гоу-гоу, толпой его. Уф. Просто тупо с метеорита все умерли. ГТ-шку. То верго. Можно сейчас тупо Тараску попробовать сделать. Ну, манту. Манту, либо Тараск. Но лучше манту доделать, чтобы хп было побольше, можно было закайтить. Нормально. Хорошая драка. Инвокер подставился, у меня тычки дерзкие. Жесть просто. Хорошо. Го манту добьем. Лесочки. Среснуться еще. Как раз. Хорошо. Если что, потом придется манту продать. В этот выйти. А кто-то руну забрал тут. Надеюсь, это был не оппонент какой-нибудь. Опасно, сейчас достаю. Ничего. Рискую. Но не рискуй, тут не пьет шампунсик. Сейчас есть у нас манта. С мантой можно еще стать с Тараской Кираса. Тараска Кираса. Все, говы люди отправляем. Жалко, что не снимают. Изоль. Крипа, марморчик. Все, регенимся и пошли. Давайте продадим вот так вот сделаем. Хорошо. Че там, на Рошане, думаете, они будут? Давайте посмотрим. Так, что нам нужно дальше сделать, друзья? Вот сюда подойти и сбить вард. Хорошо. Что нам нужно сделать? Кираса, Тараска. Возможно, ну Кирасу сейчас не вижу смысла делать. Кирасу вообще сейчас не вижу смысла делать. Я, в принципе, меня не бьют. Можно сделать какой-нибудь артефакт, позволяющий нам жить, наверное. И подтанковывать. Соло Рошана я не потяну. Тараска бы зашла. Давайте Тараску попробуем зарашить. С таким билдом Тараска, Дизоль. Будем играть. Хорошо. Умит. Если зацепим, будет хорошо. Это на силу давайте лучше. По-другому никак. Там если на экспака залезет, будет очень неприятно. Хорошо.
Туши его. Так. Не знаю, есть это в центре или нет, но это такое. А, вижена нету. Хорошо, ну закайте там шифтом. Не закайтил! Ай, лол! Не закайтил, просто не закайтил. Не закайтил. Гомитешку. Пайбэк. Если он его свяжет, это будет рофл. Жесть. Тэшку заберем, сейчас уходим. Хорошо. Нормально, нарезаем. Найк, кстати, хапает неплохо. Дэмэдж еще давайте делать. Кирасу. С кирасой будет по кайфу сейчас. Будем очень жирными. Должно хватить нам всего. Они бедные в шоке, не знают, что со мной делать. Бедные в шоке просто. Бля, нету крипа, да? Печалька, что не видно. Хорошо. Экс, сделай. Хорошо. Еще сильверуха у нас же, ребят, должна быть. Сколько там остается до кирасы? Копейка, сотня, да? Нормально. Гоу на миду закинем. Шрапнель должна нафармиться сама. Почти. Я бы и гоу. Кираса есть. Эх, будет тяжело, если начнут меня фокусить, и мне нужно будет БКБ. А нам нужна Тараска больше пригенится. Ну, сделаем, значит, БКБ, ничего страшного. Мы сейчас вообще, мы с руки сейчас очень страшно наваливать будем. И вот так вот сделаем. Смока юзать соло, наверное, не будем. Го смок. Рошу. Акс молодец, у нас просто мужчина. Ой-ой-ой, драка началась. Пуджик, беги, брат. Беги. Я бегу тоже. Там муншарт нажали. Мунлайт. Сейчас тут драка будет. Давайте тут шрапнель просто выкинем и пройдем. Опасно тут, конечно, мне идти, но... Я иду в наглую просто. А я тут умру. Умру, наверное, да. Почти. Почти. Они зря так далеко пошли. Я манту нажал, инвокер успел. Эх, печалька, да? Печально. Ну, немножко печально. С Найксом тяжело. Если была бы манта еще, видите, инвокер кинул. Там ару летела, я начал ару откачивать. И были бы у меня живые иллюзии, если бы инвокер не кинул метеор. Тут, на самом деле, мое упущение, что я дальше не задавил, и инвокера в упор не расстрелял. Так что, друзья, это моя ошибка в целом, что вот сейчас так драка закончилась. Остались в размене там, кто остался у нас? А, все у нас ушли в размен, кроме Пуджа, а там остался Пак. Пак остался на бустах. Но, тем не менее, я разнес 23-й левел у меня. Нормально. Но все равно плохо. Нормально, но плохо, друзья. Как бы это глупо не звучало, нормально, но плохо. Моя ошибка сейчас была, потому что мне нужно было дальше. Если честно, ну, походу там вообще сентри стоит. Потому что инвокер начал убегать сначала, а потом начал подходить. Что-то вот смутило меня вот эта вот тема.
Но ничего страшного, все мы ошибаемся, друзья. Можно выиграть эту игру еще. С Найксом видели, Найкс как бедный, дойти не может. Печалька. Но еще Сильвер сделаем. Сильвером можно будет еще вещи делать. Кстати, давайте продадим уже Аквилу, возьмем ТП-шку. ТП-шку. И Сильверейдж надо сделать. Сейчас Сильвер сделаем, ребят. XBS. И остается у нас 400 золота до Сильвера. Если Сильвер у нас будет, мы смело Найкса будем убивать. Смело. Сильвера, если бэкстеп, тычка и все, ГГ. Погибнет парень. У нас еще Муншард. И еще один артефакт будет. Еще Муншард и еще один артефакт будет. Хорошо, почти есть Сильвер. Нафармили мы Сильвер. Пятером. Пис. Настоящий вивер. Это иллюзия. Даст и есть у нас, это хорошо. Но мне все, мне уйти отсюда, и меня тут якобы нет. Так, 2000 хп, отлично. Сильвер имеем. Можно вообще оставить иллюзию. Опа. Гекуджа просто уничтожили. ГГ, я умер тут. Нет, еще не умер. Надо уходить. Надо уходить. Можем проиграть тут, однако. Куджа просто убили там. Жесть. Но сейчас на дефе соло будем, друзья. Не хватает от хила, видите, просто если в меня влетает что-то. Так, ГГ. Про Найксу. Рейджи сбивать. Так, у меня всего две шрапнели на деф. Линка там. Даем просто true sight. Задефимся. Я задефлюсь. Если в меня ару не прилетит, я дефаюсь. Ару прилетает, я умираю. Все, найс, я задефился. Соло. Соло задефился, получается. Получается, соло задефился. Хорошо. Нормально. Найкс нарезает, конечно. Но Найкса я могу убить. Найкса могу. Госта нету, Куджа. Гост надо, пацану. Будет гост, будет, будет смело душить. Гост ему надо. Хорошо. Пак Хекс. Пак Хекс. Го, попробуем, сейчас прыгнет. Ты крыса. Не прыгнул. Возможно, тут в центре есть. Нету. Аккуратно надо. Аккуратно надо. Хорош. Отблинковался. А сможет от хука? Онлайн. Типа я такой дурачок. Куджу помогаю. Отлично. Вот сюда мансуем. А, они дальше не пошли. Сбоялись. Не-не-не, не бычь. ВКБшку, походу, надо, друзья. Пуджа сейчас ловить будет, да? Не молодцы, прям сбривают все варды сразу. А я очень близко сейчас стою, я могу за это поплатиться. Вот ХГ. ВББ. Можем сейчас умереть тут. У меня байбек есть, в принципе. Все равно. Все равно, если с ХГ как-то мы их поймаем, будет круто. Хорошо, надо убивать. Хекс мне дали. А, у меня еще есть кнопки. И
Бля, да серьезно, я его не добил, но я умер тут. Нету Лотара. Походу ГГшка, друзья. Походу. ПКБ надо мне. Я так и не раздамажил его. Просто не раздамажил. Ну, ГГ, минус мид, меня нету. БКБ надо, друзья. Пак сразу влетел, мне хикса дал, никто ничего не делал. Печалька. Печалька, друзья. Ну, моя позиционка, мой билд. К сожалению, дезоль очень тяжело заходит, нету отхила никакого. Давай, дефайся, братец. Ты единственная наша надежда. Ну, там хекс сейчас тебе, наверное, на лицо прилетит. А, сразу метеорит, там еще что-нибудь. Глиммер есть. Ну, 40 секунд еще. Дефайся. Но минус мид, на самом деле, это не проблема. Одна их ошибка, и это ГГ, в принципе. Но мы очень, очень быстро сможем спушить. Мне надо БКБ, походу, делать, друзья. Хотя, если я буду стоять как крип, тупо в БКБ драться, это ГГ. Тушите. Ой, хорош. Поймали. Если будешь сейчас заступаться за него, скорее всего, сейчас и инвокер, и пак умрет. Инвокер умирает? Найс, инвокер умирает. Попробуйте еще кого-нибудь зацепить. Ребятки, у нас на самом деле еще очень хорошо Виндра может делать вещи, но, к сожалению, пока не может. Не знаю почему, видимо, не хватает уверенности. Найк, смотрите, что правильно, кстати, собирает. Абиссалы, даггеры. Но даггер, мне кажется, зря он собрал, потому что там пак. Почему бы в пака не залазить и не душить, не знаю. Но Найк с такими артами я не вытяну. Вот с такими, это useless арты. Но чисто для вас, чтобы вам по фану было посмотреть билд дополнительный. Опа, минус пуш. Фановый билд, так сказать, посмотреть. От ХГ надо. Все даггеры я сейчас возьму. Наверное, игра немножко поменяется. Хекс. Хекс, плиз. ВРК. Парк есть один, да. Там пак, видите, хекс собрал. У нас ВРка не хочет хекс собирать. Макс Тараску купил, это плохо. Для Найкса это вкусненько. Надо госты покупать от него. Виндран успел. Хорош, го, его нафиг. Да, у него там БМ еще, там наркоман. Там Найкс. Да ладно! Ой, ГГ! ГГ. Ладно. Жесть. Саппорты выигрывает чисто. Да. Жесть. Вот что значит саппортинг правильный. Парни молодцы. Тяжело. Очень тяжело. ГГшка, друзья. Я буду, конечно, до конца пытаться, но не факт. Октарин собрал. Октарин. Поехали. Опять меня прыгает фикса дает. Извращенец. Аля, направь ты.
Стопэ, не пуш. Знаю, БКБ брать или нет. Давайте возьмем, но толку. Думаю, толку не будет вообще, в принципе. БКБ-то я могу взять. Не факт, что оно мне поможет. Тут дагер нужен, позиционка, БКБ, маднес. Не такой билд нужен. Ну, терпим. Терпим. Сейчас на Найкса, наверное. Ой, на Найкса. Акса прыгать, наверное, будет. Пойдемте, last fight. Что делать? Найкс там с БМом, это мудро, кстати. Оу, щит. Уходить. Да БКБ копейки. А БКБ вряд ли тут поможет. Ну, смогу я Акса, ой, Найкса, в принципе, бить в БМ. И все. Это единственное, чем мне поможет. Но Найкса, если убьем... Ну да, но там еще 4 героя. Не знаю. Ладно, потная просто жесть. Потная игра. Просто потная игра. Бей. МБ. Упса. Не кусайся. А, Абиссал задушил. Блинку. Я хз, как я не сдох. Инвокер давался страйк. Инвокер давался страйк. Подсейвили пацаны. Найс, байбек. Сентри гоу ткнем. Топи фарм. Хорош. Хорош. Гоу. Гоу. Бля, душит. Опа, вот он и Найкс приехал. Вот он и Найкс приехал. Есть БКБ, Вивера, в принципе, не боюсь. 105 секунд без байбека Найкс. Внизу инвокер. Если они дефнутся, я снесу митом. На тревел денежек нету, друзья. Пуч поможет. Я в мид иду тупо. 50 секунд, я мид снесу им. Мид снесу. Как раз кираса для пуша. Ля, я мискликнул. Пробил нажал случайно. Печалька. Рост. Я без БКБ, к слову. Мид я не снесу. Я доуненок, я нажал БКБ случайно. Но соло я не вынесу их. Соло я их не вынесу. Ну блин, это был шанс на самом деле спушить, но мы не можем. Можем. О, берите. Ек. У меня Йо это бинт. И пробел это... БКБ. Немного перенервничал, получается. Пуш, бери. Ек. Ну это, кстати, шанс был сейчас. Найкс без байбека, 120 секунд, но не можем, и я сам соло не пошел. Да, не устала ты кидать такие ару? Можно в мид пойти в суицидальную, в принципе. Господи, нажмись ты уже. Unfreeze go, вот сюда сделай.
Он лайта нет, все чё. Да чё ББ мы так вечно сидеть будем? Гоу либо закончим, либо выиграем, либо проиграем уже, чё делать? Ну ладно, его надо и сидеть. Ну да. Этот СФ чисто для вардинга у нас. Что делать, ребят, что делать? Так, живем. Тревел взять, Моншард. Тревел, Моншард. Бустера взял. Зачем, интересно? У Акса на самом деле мусор скиллы. Ой, скиллы, билды. Тоже как у меня мусор. Молния. Гуард. Закинем шрапу. Главное ару не поймать, как я люблю. ЕГЭ. Опа, мунлайт. Сэфа, давайте вот сюда поставим. Можно БКБ нажать, пожалуйста? Найкса убить. Шили. Нормально. ESF помог на деф. Подъюзали. Go, travel. Тревел, тревел, тревел. Шарды бы еще. Отхил бы еще какую-нибудь Володьку, блин, я не знаю. У нас четверо, блин. Уже бы намного лучше все было. Найксу тяжело. Найкса, сейчас БКБ появилась, БКБшки Найкса прям. Резаем. Может БКБ этот рапиру попробовать? Я вот думаю, тяжелая игра, а рапиру попробую, может получится. С рапирой-то, может получится. Дэмэджа будет очень много. Манта единственное, ХП и ловкость уйдет. БКБ. Отпушили линии хорошо. Можно попробовать их. О, дабл дэмэдж. А что если вот сюда пойдем? Получится у нас. Что если? Опа, кура. Забьет пуш. Забьет. Придется помогать. Хорошо. Гоу. Вот здесь вот подеремся сейчас, мне кажется, хорошо. Опа. Я на подсейве. Опасно. Пауков главное не поймать. Ох, нам грызет. Ай, лол. Ну, душу. ХП мало. Очень мало ХП. Надо на базу уходить. Регенимся.
Сейчас бы рефреш и опять в драку. Было бы кайфно. Гоу по миду пойдем. Может, сейчас добежим, успеем. Аксу. Давайте шрапнель откинем, задефимся. Жесть, я там жесть как могу помочь. А Смит свистеть будет сейчас. Travel 2 надо купить. Хорошо, поехали. Travel 2, ребят. Есть. Если чё, по миду идем нормально. Задефили. Акс, молодец. Там Тараска жесть как выхиливает. Кого сюда? Travel 2 взяли мы. Travel 2. Travel 2 сейчас есть уже. Гоу в сторону. Походу. Оу, найс. Если поймаем, это ГГ. Отлично будет. Travel 2. Б. Б. А можно убить, пожалуйста, барак вот этот и уйти? Надо уходить. Уходить нельзя. Нельзя тут драться. Это жесть. Найкса там не слили, Мунлайт зашли, пацаны. Я регенится. Но там, я не знаю, там нет смысла, надо продавать. Там никак уже. Побоялся, если честно, я просто, блин, сыку. Такой файт, там Найкс, Найкс еще живой. С Найксом буду тяжелее, тяжелее. Подойдут ближе. Да, юзай. Юзай. Паш сразу бэбэк. Окей, по топу пройдем. А, жестко. Муншард брать не буду пока. Но Найкса чуть-чуть не хватило. Там Вижена просто не хватило. Вижена не хватило. Правил есть. Рапиру надо. Рапиру, если возьмем, рили тут ГГ будет. Тут круто. Тут круто, если рапиру возьмем. Но вместо чего? Хорошо. Вера. Вера душа. Пака. Чнич, пака. Да ладно, выжил. Она не... Ой, как попал. Да боже, сколько дизарм этот идет. Видели, сколько в дизарме был. Найкса убили, гоу по миду. Хекс сделали, победка. Гоу в мид. Че, рапиру купим? Вместо чего? Вместо Дезоля. Дезоль решает тоже. Вместо Манты. Манта сейчас помогла. Манта помогает таргет сбивать. Бля, он Бивера соло там убил. Гоу. Найс. Ну, я подрастроился в этой игре, но тем не менее мы все равно выигрываем. Не-не-не, мид, мид, мид все. Команду продадим, купим рапиру. Вообще желательно муншард. Уже рапиру. Давайте так, просто тавр сейчас запушим тут. Низ можно будет сломать. Там, если что, видно будет. Что будем собирать еще дальше. Три секунды, Найкс. Найкс рис.
Хорошо. Отлично. Лучше просто с руки. А Хекс, если бы не Хекс. Найс, но можем еще сторону подбить. Отлично. Только Аксичу. Хорошо. Потому за душу сначала. Или нет? Надо потму вообще не отпускать. Хорошо. Нормально камбуцкнули. Лол. Молодцы. Молодцы. Я уже рапиру докупил, лол. Жесть. Это жесткая. Жесткая катка, друзья. Ну вот такой билд все же, тем не менее, вроде что-то получилось. Не знаю, я уже думал, тут не выиграем. Но очень потная игра, ребят. 63 минуты пота. Ну и что ж, и некстовую мы пойдем фановую. Узнаете через что. Ну, по фотографии, по фоточке, по превьюшке видели, друзья. Классная команда, отлично сыграли. Я, если честно, не верил, что мы выиграем, но с появлением Хикса 4 на 5 затащили, друзья. Очень интересная игра. Поехали некстовую. Так, ну что, друзья? Загрузились мы. Остался у нас один единственный челлендж, так сказать, на нашем герое. Это снайпер в молнии. Если честно, пишу уже, по-моему, это третья игра в таком билде. Но не успеваю просто собрать. Либо слишком изи игра, либо билд не подходит. По-страшному просто. Но сейчас, думаю, тут все соберем, попробуем замутить, задушить. Не знаю, как все это будет. Но да ладно, посмотрим. В общем, надеюсь, сейчас в этой катке все получится. Вот эта муха, которая летает, она меня бесит. Так, хорошо. Ну, ждем. Веселухи на руне. О, лайфстиллера взяли. Ну, это плохо. Плохо. Ну, 6 молний. 6, ну не 6, будем 4. 4 молнии где-то будем собирать. Будет круто. ХФ, вот ХФ фан чисто будет. Гиролет. Нас дуза. Ну, они не собираются на руне, походу, ничего делать, поэтому стоим спокойно. Спокойно стоим. 4 молнии, дагер, фазы, наверное, такой билд будет. И все, я не знаю. Ну, пока такое, пока такая тема. 4 молнии, фазы. 4 молнии, фазы. Все, поехали. Вот это стрим, не стрим. Чтобы стрим снайпить, пишут, стрима нету. Понимаю. Удачки, друзья. Удачки, друзьяшки. Так, не забываем про 60 крипов. Но если получится. 53 хотя бы. Хотя бы 53. Инвокер такой, типа, инкогнито. Не качает сферы. Типа потом такой, хоба! Экзор, 2 левела. Качал. Оп, хорошо. Найс. Хорошо. Отлично. Так, вот это вот так подбить. Снайпер вообще жидкий, это по-страшному. Сейчас на третьем левеле начнем. Подзадрачивать пацана. Давайте начнем. Меня попытается на санстрайк развести. Хорошо. Задушено, как говорится. Давайте стик возьмем. Чтобы видеть, когда у него чего там. Но две шрапнели всадили на эту всю тему, друзья. Две шрапнели. Не забывайте про крипстаты. Крипим. Все будет пушечно.
Инвокера вообще без левел надо оставить. Он еще и отдался сейчас. Это вообще круто. Да, не достаю. Эх. Отлично. Ухил. Хил уже другой пришел. Стики имеем, этого достаточно. Наконец-то вкачали мы дистанцию. Сейчас будем хоть на равных. Випов переагриваем. И переагрились. Опа. Страйки. Стик сразу такой, опа, наполнился и ГГ. Всех крипов добили. Я добил 12-12 тупо. Ничего страшного, что тут похапаем, зарегеним. Берегите своих тёлок за рулем суетолок. Опа. Больно, наверное. Инвокер чисто проверочные метеоры закидывает. Я не пойду. Да, зря я ударил. Да ладно. Лучше бы иллюзиями подтанчил, бро. Пойдет. Пазы сделаем, будет хорошо. Инвокер покинул центральную. Походу, да? Хорошо. Хорошо. Третий левел вокер, к слову. Я его тупо без левела оставляю. По-страшному. Как вот такого крипа направить? Бара роумит. Напрягает. А, не могу фрикрипа добить. Фрикрипа добить не могу. Сейчас линия очень сильно запушится. Окей. Так, есть шестой. Сейчас туда под тэшку будем заходить. Чтобы инвокер не получил эту экспу, надо его убить. Я очень сильно запушил. Хорошо. Берем вот это. И ТП-шку, ребят, не забываем. Что за пауза? Мне на инвокер бежать надо. Ну, я кликаю, потому что не знаю, когда они отжимать будут. Лол. Такая ситуация, но я не должен тут умирать. У меня 4 стика, я сейчас забычу, по идее. Хотя, если я сейчас просто пройду сюда, вперед, и начну уходить, по идее, я с патрона просто заберу его. И все. Я не буду драться в наглую. Ля, такая напряженная ситуация. Страшно. Он меня не убьет. Максимум у меня 200 хп останется. О, отжимайте. Я готов к дуэльке. У него там экзорт. А можно вообще, по-моему, под Тауэрман сануть? Крипы тут есть, главное на инвокер не нажимать. Давайте под Тауэрман санем. Правильно это вариант или нет? Отожмите. Пауза. Да, найс. Хорошо. Ну, вокера не удается что-то. Пауза в такие моменты — это зашквар. Так, ну что ж, тут походу удастся у нас сделать молнии качественно. Хорошо. Хорошо. А, рун нету. Так, 26 крипов, 5 минут, ну 50 сделаем, я чувствую. 50 сделаем. Друзья. Стики были. Еще стики были. Хорошо.
пилу надо принести. Стоим, крипимся аккуратно просто и все. Хорошо. Ребятки, я, помните, делал видео по ролям, на керри как играть нужно и тому подобное. Вот именно вот сейчас я применяю вот эту технику, когда нужно стоять и крипить вот эту линию правильно, чтобы ее не пушить. Нам надо вот этого крипа добить и улететь. Станцию глупочню. Этого пацана тоже. Хорошо. Именно такой техникой мы держим линию. Просто добивать всех крипов и тычками не базарить. И все. И тогда все отлично получится. Так, ну 38. Вот так вот сделаем. ТПшку. И, ну, ману я не взял. Куруре. Куруре, братья. Хорошо. Побежали быстрее на фазах. Крипов прогуливаем. 7-я минута, друзья. Но помогли ребяткам. На ТПшечке, как и надо, друзья. Эх, на промах Ластхитович. На промах Ластхитович. Пара. Крипев забрал. Стойте. Все, развернулись. Хорошо. Куру себе берем. Нам кура нужна. Стараемся сильно вот так вот не пушить. Вот так вот стоим, добиваем, и тогда линия у нас не будет уходить. Пара у нас сейчас крипа, по-моему, забрал все-таки одного. Но постараемся выровнять линию. Сразу базилку оффаем, чтобы линия не пушилась максимально. Она, видите, все равно уходит. Можно тут подблочить чуть-чуть. Подблочить. Поможет это? Нет. Поможет чуть-чуть. Чуть-чуть поможет, но не так глобально, как могла помочь. Эта тема вся. Да, промах, упорчик. Плохо. Вот, хорошо. Ну, раз уже так близко подошли, тогда аквилу включаем и поехало. И поехало. Сейчас мадны сделаем и погнали. Молнии, молнии, молнии. Хорошо. Дистанцию буду вкачивать. Там опять ребятки дерутся. Давай, брэ. Это наш крип. Брэ. О, оракул. Оракил. Рекуру. Ну пойдет, ТП-хнулись, хотя бы ЕС забрали, друзья. Хотя бы ЕС забрали. Нифига там инвокер засолил, оказывается. Я дам патрону сейму. Душите. Хорош, помог я все-таки. Помог. Я забрал его. Там Хелзовича. Так, ну что, 53 крипа, кстати, есть, 54 даже. Еще я очень много в гангах был, это очень хорошо. Очень хорошо, друзья. Очень хорошо, хилку сейчас продадим. Аквилу уже не выключаем, будем, наверное, пушить мид. Да, можно не пушить, можно до конца лайнить его, в принципе. Мид. О, да какой тут не пушить? Тут надо допушить уже. По дистанции там 850, сейчас так доломаем. Сейчас так доломаем. Жалко. Уф, я там успел убежать. Жалко, что, блин, ману сбил. Дистанцию по максимуму вкачиваю. Сейчас в этой катке нужна дистанция.
Что там ребята такие? Что там опять драка? Let's go. Смотри, какие агрессивные нанизу. Этому пацану патронус, а вот этого пацана с руки. А, там он выжил. Выжил. А умрет тут. Хорош. 5 секунд. Тут качаем. Погнали Т-шку. Идет эхо давать. О, он тут стоит просто. Санстрайком не заберет, по идее. Нормально. Почти я подох, но пойдет. Так, есть молния, да, первая? Это хорошо. О, зубыс. Зубыс. Да, опять там. Опять просто. Вы запарили обижать нашего кора. Хватит нашего кора обижать. Аре, кора гонять. Жесть. О, свинюка. Го. Свинюка. Я иду. Туда шрапнель закинул, серьезно. Не туда шрапнель закинул. Ну, мой косяк. Шрапнель не туда закинул. Безусловно. Шрапнели кдшатся вообще миллион лет. Вон, герой видели, мансанул как влево-вправо. Хорошо, это мой клиент. Пау. О, щит, вы подошли из-за угла. Жесть. Я подхожу, такой вижу, такие ребята такие. Опа! А я такой. Ну нафиг. Я бы. Яю. Только избранные поймут. Яю. Хорошо. Пока ровно идет, сейчас начнем молнии тарить. Я ману тоже. Найс, против МХ подписчиков играю. Круто. Позор. Позор. Це позор. Некар, ты что там делаешь? О, тут что, оракел? Лол. Оракел тут. Вы видели, мне пурк пришел? Скорее всего, тут оракл был. О, а подождите, а в смысле? Если он внизу. Это что сейчас было? Я не вкурил вообще. Объяснение в комментариях, друзья. Я не видел по карте, на карту не смотрел, был занят чатом. Возможно, что-то не увидел. Александр. Я не Александр. Начнем с этого. Александр Бристович. Погнали на низ, ребят. У нас почти вторая молния есть. Вторая молния есть.
Вторая молния почти есть. Да, давайте, наверное, молнию апнем целиком. Хорошо. Молнию апнем целиком, наверное. Вар, тут пофиг. Хорошо. Душим, душим, душим. Забираем, уже почти забрали. Мне главное выйти с рашпита до того момента, как они соберутся идти. Вот этих пацанов можно смело. Не бьет герой просто. Увидел, но не бьет. Чак. Ладно, внизу разберемся с крипами. Т2. Гоу. Надо немножко подпушивать и молнии делать. Одна есть, да? О, oh, щит. Макер, вон визи сюда, сюда, подвар, подведите его. Чем? Надо было сюда его вывести. Ребята зря там так дайвят. Хорошо, хилимся. Отходим, вдруг санстрайк прилетит. Тавр забираем. И молнии душим. Почти молнии. Еще одна есть. 1300. 1300. Забанит просто. Ух, нифига я пролагал. Так, веншентов успеваю, надо веншентов добежать. Господи. Да, господи, что это такое? Вы видели? Это какие-то айкаповские лаги. Прям игра тупо останавливается. Игра тупо останавливается. Жесть. Так, мифрил один есть. Сейчас еще молния будет. Да, это айкап тупо, сейчас что-то с ботами. Печалька. Жесть какая-то. Ну блин, вот все пошло как-то не по ровной теперь. Надо вот три молнии еще до герок и четыре молнии сделать, будет прикольно. Четыре молнии надо. Жесть. Он у меня вот вообще, у меня фриз такой, настолько сильный, что я даже мышкой не могу телепать. То есть это что-то с картой. Почему так, такой лаг большой какой-то? Да, у меня Warcraft прям очень сильно лагает. Жесть. Какой-то лаг-хак, что ли, я не знаю. Какой-то лаг-хак, что ли.
Прям у меня тупо Warcraft зависает сам. Дарили какие-то лагерские, хакерские. Смотрите вообще, то есть, ну блин, жесть. Инвокер, походу, вторую программу пробует. Да, у меня именно Warcraft сам начал лагать. Жесть. Я, блин, вот я ненавижу вот в играх таких, то, что начинают вот это, всякую вот эту фигню мутить. Жесть. Жесть, смотрите, просто. Ну, это не у меня лагает, это лаг-хак какой-то, я вам отвечаю. Инвокер там другие программы пробует, я вам отвечаю. У меня прям тоже жестко начал лагать, это лаг-хак какой-то. У инвокера еще. Все в сборе. Я не буду кикать его, я хочу баланс на игру. Да. Да. Смотрите, Вокер вышел. И все плавно. Да, у него хак какой-то был. Лаг-хак какой-то. Прикиньте. Он реально существует. Посмотрите, все плавно стало опять. Вот свинья. А вы видели, что писал? Я специально там ДНД, аишку поставил, типа, чтобы, ну, не вычитывать это всю каку, которую он пишет. Ой, я, ты такой красавчик, я тебя смотрю там уже полтора года. Фу, блин, что вы за люди, ребят? Ну, откуда у вас столько этого дерьма? Вы жопу сначала лижете, а потом вот так вот делаете. Прикиньте, как делает чел. Вот что за свинство? Серьезно. Ребят, прикиньте, насколько человек хреновый. Да дай кинуть. Насколько чел хреновый. Я куру слил. Я куру слил. Блин, обидно за таких людей, и это еще подписчики, понимаете? Ребят, я призываю вас реально, вот на этом видосе, это фановый видос, я не хочу вам портить настроение, друзья, при всем уважении. Это фановый видос. Пожалуйста, друзья, прежде чем, ну, что-то делать, подумайте несколько раз. Ну, реально, давайте будем, блин, ну, немного умнее, немного хитрее. Ну, в плане возможного, в плане доступного, в плане дозволенного. Друзья, давайте будем, блин, ну, людьми. А не какими-то крысами, которые там, ну, вот так вот пишут и тому подобное. Ну, реально неприятно. И хотелось бы, чтобы было больше честных и отзывчивых людей. Я стараюсь для вас по максимуму все чисто и открыто делать. Но вот реально, вот без балабольства. Очень хочется, чтобы вы это поняли, друзья. Рили. Поэтому, блин, если когда-то кого-то, ребят, обидел, прошу прощения. Рили, ну... Прошу меня простить. Но это уже не смешно. Вон, видели, снайпер мансанул. Потому что, блин, ну такое себе. Я делаю каждому хорошее отношение, стараюсь делать. Видите, как ребята позиционируются иногда. Неприятненько получается. Так, ну молнии, молнии, ребят, идут. Сейчас будет уже вторая молния. Хорошо, стики в помойку. Еще гиперстоун. Еще гиперстоун берем. Курочку я слил. Сори. Я куру слил. О, найс.
Молнии вылетают уже. На 3 молнии надо минимум. 3 молнии минимум надо. Жесть там. Обзрывалось все. Сейчас еще молния будет. Тупо на молниях будем, друзья. Молнии — это наше все. Ох, инвокер там засыпает. Оу, щит. На бару кидаю молнию. О, кажись, это на вставочку. Кажись, это на вставочку. Блин, я купил, да? Ага. Кажись, это на вставочку. Нормально. Я бы... Я хочу доделать молнии тупо. ТП подарок. Это подарочки. Рега. Так, вторая есть молния. Вторая есть. Вторая есть. А, ну вышел, есть еще. Вот, а когда он ливнул, походу? А, я понял. Все. Он же только что играл. Не видел. Ладно, вру, видел. Но хочу уже доделать, блин. Хорошая игра, но я вот реально, я молнии буду доделывать тут. Мне все равно. И потом пойду 1 на 9, еще рэмпейдж сделал. С ливерами, рэмпейдж с ливерами, найс гайды. А тем, кто вышел, бан даю. В любом случае. Потому что я уже 20 раз пишу эту тему. Так, иди сюда, товарищ. Сталкер. Хорошо. Еще молнию надо сделать. Еще молнию надо сделать. Снег, Ортагон 4 просто, и больше ничего нет. Иракивы, раки, пишет, ракивы. Хорош. Раки, раки, пишет. Инспектум, патронус, дам ему. Инспектум. Респектум. Хорошо. Я дальше не пойду. Пусть идут. Пусть идут. Так, что у нас есть там? Есть, да? Еще вот эту штуку купим сейчас. Давайте тут по лесу пройдемся. Почти молния имеется. Уйбуцк. Туза вышла погулять. Так, еще есть время. Хорошо. Хорошо, Буйбуцк. Прикиньте, эта игра чем насыщена? Тем, что чел на вокере СМХ зашел. С лагхаком. Что он начал лагать. Рекуру. Вот, и типа, блин. Рампашку сделали еще. Сделали еще, что у нас получилось? Молнии делаем. Молнии делаем. Еще молния. Она меня пробивает по-страшному. Успеваю я отхиливаться. Не потянул я. О, Killing Spree, кстати. Это камбуцк, походу. Во время молнии у меня не работает отхил. Но это понятно, это шорб-эффектовая тема. Так. Чуть остается. Гоу.
Володя, это хорошо. Да, вообще жесть, настреливаем. Молнии летят по-страшному. Хорошо. Еще косарик. Косарик еще. Опа, отлично. Бля, там черная глыба такая, это на X, если что. Понимаете. The Nike. Так, это есть. И еще. Найкс там дерется, хилится. У Найкса, кстати, в ультимейте будет намного больше хил. Хорошо, гоу. Третья молния есть, погнали. Мин запушим. Мне нравится Некролайт в нашей игре. Раки, вы обоссанные, пишет. Бегает просто догон и сапог. Догон и сапог. Но это зря, мне кажется, это ППшка. Найс. Климер спасает ситуацию. Раки, вы обоссанные, говорит. О, так это ГГ. Я застреляю тебя. Хорошо, я лунные колодцы буду душить. Хорошо. Лунные колодцы, Сейлор Мун. Поливание делаем. Это упражнение делай, спина болеть не будет. Это упражнение делай. Все, уходим. Еще молнию сейчас купим. Сейчас еще молнию купим. Я тут подфармил немножко. Немножко подфармил лунных колодцев. Так, у меня еще аквилу. Аквилу продадим. 4 молнии хватит нам. Нормально. О, oh, найс, nice. Побежали. Фармить. Быстрее фармить с таким этим. Быстрее фармить. Отлично. Это есть. Побежали Кеншин там. Ну, наверное, не успею у нас так, конечно. Но пробежаться должен все равно. Но не успею на стак. На стак уже поздно. На стак уже поздно. На стак уже поздно. Монетка. Забрал. Такой. А, не, ладно, от меня забирает. Молодец. Так. Хорошо, остается чуть-чуть. Раз. И молнию. Последнюю. Ребята там как-то умудряются умирать. Так. 1200, 1100 даже остается тут. Копейки. Сейчас мы это быстро наколотим. Достаю. Так, и эншенты. 800 остается. 800. I'm your shooter. Так, нормально. Нормально. Ля, настреливаю.
Мид. Я беру крипов. Хорошо. О, медузе лицо сломали. Я настреливаю. Выживешь? Щит. ЦГГ. Я так молнии не дождался. Эх. Ля, он башит там. Ля, он оделся на икс. Сейчас молнию доделал и гоу. На икс, смотрите, приоделся там. За несколько драк. МКБ плюс баша, прям жесткая вещь. Микро баши. Баши. Хорошо. Хорошо. Так, ну что, друзья, тем самым временем у нас появилась четвертая молния. Вместо Маднеса можно докупать Дагер, купить еще Муншард. Купить еще Муншард, и тогда мы полностью заряжены. У нас молнии прям страшно прокают. Четыре молнии имеем. Да, фановый чисто такой билд для вас, порофлить просто и все. Вторая игра потная, первая игра изичная такая. Ну как изичная, но тоже там увидите правильные мувы, друзья. Ну и в принципе... Вот эту катку сейчас добахиваем. Добахиваем вот так вот. Нет. А, гоу, там же этот еще. Это что, некур, наверное. Догон рейсипи, да. Все. Гоу. Догон рейсипи. Некур летит. Айкса. Айксевич. Хоть прыгать. Устан гейза сейчас. Умрет просто. О, щит. Четыре молнии имеем. Погнали. Байбека нет. Настреливаем. Ля, на него даст не вешается. Пау. Пау. Что, вертику помогать? Жесть, вот это я настреливаю просто. А я сейчас вам тут настреляю. Просто забил их под колодец. И вы меня продали. Стопандрия. А я умер тут 100%. Да, я еще живой. Да ладно. Да ладно. Я думал, я все, я тут погибну. Жесть. Ну это ГГ, друзья. Ну такая вот катка у нас получилась на снайпере с молниями. Снайпер с молниями. Ну, вроде фаново. Вроде весело, ну вроде и не весело. Непонятно на самом деле, друзья. Вроде фаново, вроде весело, но и не весело. Но вначале было, конечно, грозно. Рэмпейдж сделали, все сделали, друзья. В общем, вот такой вот геймплей. На этом я гайд, наверное, уже заканчиваю. Потому что не имеет смысла продолжать дальше. Все билды я уже... Ну как все, билдов еще очень много. Ну, сатаник скади, там маднес можно будет заменить в первой катке. Ну и в принципе, на этом все. Гайд, я считаю, что закончен. Теория... сделано. Не забывайте, что снайпер, он такой хлипкий герой, но в правильных руках и при правильной позиционке это очень хороший герой, несмотря на то, что он вообще не в мете, друзья. В общем, всем спасибо, кто смотрит гайды, друзья.
кто подписывается, кто ставит лайк, вам отдельный респект, потому что именно вы помогаете, именно вы всегда в трудную минуту поддержите, а не как другие заходят, ты вообще красавчик, а потом начинает говном поливать, юзать им хай, там подобное, друзья. Не унижайтесь так, пожалуйста, не нужно так делать, просто найдите в себе силы, что вы крутые чуваки, и помогайте, и душим вместе. Для вас я стараюсь, друзья, реально для вас стараюсь. Мне нет никакой выгоды. Монетизация там на ютубе, она вообще почти ничего не дает. Просто сам фан того, что мне нравится это делать, и вы это смотрите, и вы меня поддержите. А это главное, друзья. Все, всем до скорого, с вами был Ксеназис. И, ребятки, всех целую, обнял, приподнял, подсосал. Так, ну что, друзья, закрузились мы. Сейчас пойдем душить мид. Мид идем. У нас сегодня в распоряжении снайпер. В общем, я все отписал. Осталось только написать видос с молниями. С молниями видос. 4-5 молний. 4-5 молний надо сделать. Да блин, эта муха достала уже.